Глава 22. 13 декабря 2008 года. Когда мы вышли из самолета в Кабо, Райан взял меня за руку. Я никогда не бывала в Мексике, но сразу вспомнила Кейда в тот день, когда мы расстались в его квартире на площади Пионеров. Он предложил мне поехать с ним в Мексику, в Канкун. Если бы я согласилась, как бы это изменило нашу историю? Я вздохнула и пошла вперед. Воздух был теплым и сухим, и я порадовалась тому, что надела белый льняной сарафан, а не джинсы, которые всегда предпочитала. Когда я включила телефон, он запищал. Я поняла, что пришли голосовые сообщения, но я их проигнорировала, решив сосредоточиться на Райане и не думать ни о чем другом. Такси довезло нас до отеля. Там нас приветствовал консьерж, предложивший две маргариты в бокалах с солью по краям. Он проводил нас в номер. Трехкомнатные апартаменты с видом на океан. «Это действительно великолепно!» — восхищенно сказала я Райану. «Я надеялся, что тебе понравится», — ответил он. «Все восхитительно!» Я оглядела комнату. Она на самом деле была удивительно хороша. Строгая и современная, но при этом уютная. Кровать со столбиками из красного дерева выглядела роскошно под белым крахмальным покрывалом и с подушками, украшенными розовой и бирюзовой вышивкой. В смежной ванной комнате, отделенной занавеской, стояла большая ванна для двоих и был паровой душ. Идеально! И все же я почувствовала боль, когда подумала о том, как люди живут на улицах, как долгое время жил Кейт. Мир контрастов. С одной стороны красота, с другой – мрак. А между ними – ровно посередине, разделяющая их черта. На шкафчике бара стояла бутылка дорогой текилы, блюдо с лаймами и тарелочка с солеными орешками кешью – подарок от отеля. Райан налил нам обоим по глотку и вышел на террасу с персональным панорамным бассейном, как и было обещано на сайте. Он сменил брюки на купальные трусы. Я быстро надела голубое бикини, и мы вместе скользнули в теплую воду. «За нас!» — с улыбкой произнес Райан. «За нас!» — повторила я, проглатывая текилу. Она обожгла мне горло, но одновременно согрела и успокоила. Я смотрела вдаль и наблюдала, как волны разбиваются о берег. Свирепые, мощные, они снова и снова ударялись о песок, не останавливаясь ни на минуту. Меня восхищала их мощь, восхищала сила, которую мы не могли контролировать. Солнце садилось, на небе появилась луна. Приливы сменялись отливами. А еще я думала о том, почему нас влечет к людям. Много лет назад меня привлек Кейт. Наше влечение друг к другу было магическим, физически ощутимым. Разумеется, меня влекло и к Райану с самого начала, но по-другому. Это влечение было спокойнее, мягче. Было ли оно от этого лучше и долговечнее? Я сильно его любила, но наши волны не были такими мощными. В нашем с ним море плавать безопасно. А с Кейдом волны нашего прилива разбились о берег. Я пожала плечами. Райан устроился поближе ко мне, положил руку мне на талию. Мне было хорошо с ним, как всегда. Я положила голову ему на плечо, уткнулась носом в шею, вдыхая его любовь ко мне, впитывая ее, отдыхая в ней. «Я рад, что мы здесь», — сказал Райан, бросая в рот кешью. «Иногда надо уехать подальше, чтобы оценить свой дом». Я повернулась к нему. «Тебе кажется, что мне не нравится жизнь, которую мы строим вместе?» «Не совсем так.
Мы вместе мечтаем о нашем общем будущем. Это как дом, который мы так давно придумываем. Ты выбрала окна, я нашел вариант парадной двери. Мы поссорились из-за бордюра и плитки в ванной, но в процессе нашли компромисс. И вот теперь мы готовы начать строительство. Все разрешения получены. Цементовозы и бульдозеры стоят наготове. Он замолчал и заглянул мне в глаза. Но я не до конца уверен, что ты готова заливать фундамент. Райан был прав и знал это. Впервые я поняла, что я могу потерять этого красивого, замечательного мужчину, если я не буду осторожной. Берег явно не для купания. Не хочешь искупаться в большом бассейне? — спросил Райан. В журнале водопад выглядел потрясающе. Не терпится посмотреть на него. Конечно, иди. Я приду к тебе. Только переоденусь и достану кое-что из чемодана. Как скажешь, детка, — улыбнулся он в ответ. В Мексике восхитительно уединение. Я думала об этом, лежа в шезлонге у бассейна и наблюдая, как Райан плавает от бортика до бортика, пока бармен готовит нам еще по одной порции маргариты. И все же совершенство этого места не могло успокоить боль в моем сердце. Рядом со мной стояли два пустых шезлонга. «Не возражаете, если мы здесь устроимся?» — спросил голос. Я подняла глаза и увидела пару, примерно моих лет. На ней был белый купальник-бикини и подобие парео из черной сетки, искусно задрапированное вокруг талии. Мужчина был высокий и красивый, в темно-синих купальных трусах и очках. «Нет-нет, пожалуйста», — ответила я. «Спасибо», — сказала женщина. «Я Элли». «Привет, я Кайли». Она улыбнулась и отпила глоток фруктового коктейля. «У вас тоже медовый месяц?» Райан сел на шезлонг рядом со мной и улыбнулся паре. «Нет», — сказала я, — «мы просто в отпуске». «У нас скоро свадьба», — вступил в разговор Райан. «Думаю, этот отпуск можно назвать репетицией медового месяца». Элли рассмеялась. «Жаль, что Рэй не подумал об этом». Она посмотрела на своего спутника. «Мы поженились в прошлые выходные». Я почувствовала взгляд Райана. «Поздравляю! А вы приедете сюда в настоящий медовый месяц?» «Не знаю», — ответила я. «Мы пока не решили». Вдруг я почувствовала слабость и потерла липкие ладони. «Неужели бармен сделал мне двойную маргариту?» Мое сердце забилось чаще. Появилось странное ощущение. Меня как будто заперли в крохотной комнатке, без окон и дверей. Я резко встала. «Прошу прощения. Я, кажется, перегрелась на солнце. Или слишком много выпила. Или то и другое сразу. Мне что-то нехорошо. Пойду немного полежу в номере». У меня кружилась голова. На лбу выступили капельки пота. «Я пойду с тобой», — встревожился Райан и подхватил мою сумку. «Выздоравливай», — пожелала мне Элли. В ее голосе звучали одновременно смущение и досада. В номере две горничные стелили постель. Райан вежливо попросил их уйти, и я рухнула в кровать. «Выпей воды». Райан сел рядом со мной и подал мне стакан. «Солнце слишком жаркое. Ты обезвожена». Я взяла стакан и выпила его залпом. Если бы только вода смогла меня успокоить. За ужином Райан заказал бутылку вина с одного из наших любимых виноградников в долине Напа. «Кеймус», — повторила я название, пытаясь развеселиться. «Хорошо, что оно у них есть, правда?» Я улыбнулась, вспомнив, как он удивил меня поездкой в долину Напа через 5 месяцев после начала наших отношений. Мы оба мгновенно влюбились в маленькую винодельню. Вдоль извилистой дороги
росли полевые цветы, и я попросила Райана остановить машину, чтобы я могла сорвать красный мак. Теперь я тосковала по тем дням. Когда официант наполнил наши бокалы, я заметила пару, с которой мы общались у бассейна. Они сидели за столиком в другом конце зала и склонились друг к другу так близко, что, казалось, их носы соприкасаются. «Мой брат собирается прилететь на праздник по случаю нашей помолвки», — сказал Райан, вращая бокал, а потом отпивая большой глоток. «Отлично!» — отозвалась я, неожиданно осознав, что до этого момента я даже не вспоминала о нашей помолвке и празднике в честь нее. Райан зарезервировал банкетный зал в ресторане «Серафина», который нравился нам обоим. Но я полюбила его задолго до Райана. Честно говоря, каждый дюйм Сиэтла был связан для меня с воспоминаниями. Воспоминаниями о другом времени. Я видел в списке откликнувшихся на приглашение имена Грегори и Кэти. «Они тоже приедут», — продолжал он. «Едва ли они поедут из Портленда на машине». Я подумала обо всех тех людях, которые будут на празднике. Грегори и Кэти, Майк и Лиза, Иви и Джонатан, Джен, Трейси, босс Райана. Милая пара, которая живет на углу нашей улицы и ждет первенца к Новому году. Все они приедут на праздник в честь нашей любви. Я почувствовала вибрацию телефона в сумочке. Я оставила доктору Брэнсон мой номер и попросила позвонить или прислать сообщение, если у Кейда возникнут проблемы. «Кайли!» — негромко окликнул меня Райан. Я оторвалась от телефона. Это была всего лишь СМС от Трейси. «Могу я попросить тебя уделить этот вечер только мне?» — спросил он. «Я не хочу ни с кем тебя делить, ни с твоим телефоном, ни с твоим прошлым. И уж, конечно, я не хочу делить тебя с твоим бывшим бойфрендом, который, возможно, все еще живет в твоем сердце». Я постаралась улыбнуться и протянула к нему через стол руку. «Райан, я принадлежу тебе», — сказала я, сдерживая слезы. «Правда?» — спросил он. Его голос звучал нежно, ласково. «Да», — я сжала его пальцы. «Да». На другое утро я открыла глаза после 9. Я лежала в объятиях Райана, и мне не хотелось двигаться. Было так уютно. Мне нравилось тепло его кожи и то, как он держал меня. Я чувствовала себя в безопасности, защищенной от мира. Но в другом углу номера зазвонил мой телефон. Райан заворочился, когда я разомкнула его руки, чтобы ответить. Номер был незнакомым. «Алло! Кайли, это доктор Брэнсон. Простите, что беспокою вас. Я знаю, что вы за рубежом, но с Кейдом проблема. Что случилось?» Райан сел в кровати. Доктор Брэнсон откашлялась. «Он ушел, и мы не смогли найти его». «Что значит «он ушел»?» «Персонал находится в центре круглосуточно», — начала объяснять она. «Но охранник на входе отлучился в туалет. В этот момент Кейт вышел из помещения. Камера зафиксировала его на выходе из здания в 4 часа утра». «Это ужасно!» «Да», — продолжала доктор Брэнсон, «но я не думаю, что нам стоит паниковать. Вполне возможно, что он вернется позже». Я попросила охрану Харборвью проверять, нет ли его поблизости. Я посмотрела на открытые двери, выходящие на террасу. Внизу на белоснежный песок набегали волны. Вся сцена дышала покоем. Вот только у меня внутри поселился ужас. Кейт снова на улицах, а я в 1000 миль от него. «Я прилечу первым же рейсом», — пообещала я. «Я смогу его найти. Я знаю, куда он пошел». «Мне неприятно погружать вас в эти проблемы», — ответила врач. «Только
«Он бы сделал для меня то же самое», — сказала я. Райан не произнес ни слова, когда я положила телефон. «Кейт пропал», — объяснила я. «Ты, наверное, слышал?» Он кивнул и откинулся на подушке. Я не могла понять, расстроен он или раздражен. «Мне очень жаль, но я должна лететь. Я не могу сидеть здесь, зная, что Кейт снова на улице. Он не в себе, Райан. Ему нужна моя помощь. Я понимаю, что тебе должно быть трудно это понять, но я должна ему помочь». Райан вздохнул. «Разумеется, я не хочу, чтобы ты уезжала», — сказал он. «Но ты должна сделать то, что необходимо. В наших отношениях всегда присутствовало доверие. Каждый волен поступать так, как требуется». «Спасибо». Я торопливо собирала вещи, потом позвонила в авиакомпанию, чтобы перерегистрировать билет. Если бы мне удалось сесть в такси немедленно, то я успевала на 11-часовой рейс в Сиэтл. Я натянула джинсы, собрала волосы в хвост. Перед тем, как покатить чемодан к двери, я подошла к кровати, где под простыней лежал обнаженный Райан. «Я не хочу уезжать. Но я должна». Он долго смотрел на меня, потом притянул к себе. «Мне бы хотелось, чтобы ты осталась, но поступай так, как тебе нужно, детка». К моим глазам подступили слезы. Я поцеловала его на прощание. «Спасибо. Ты даже не подозреваешь, как много это значит для меня, Райан».